вами, Дим, и сегодня я буду играть в игру «Симулятор автобуса». У меня проблемы с интернетом, но в этой игре они бывают при спауне, я это знаю, поэтому учтите. Берем наш автобус, допустим, тон 12 какой-нибудь. Вот это тот, который стоит на аватарке как раз. Едем мы в деревню с плохими дорогами. Едем сначала прямо, чтобы попасть в деревню с плохими дорогами. Встраиваться в эту полосу. Пешеходный переход тут у нас. А знаки никакие вроде не стоят. Нам надо в полосу прям. Это вот эта полоса прям наш. Полоса прям вот это, да. Прям вот эта полоса. Стоит, потому что сейчас горит свет в другое направление. Ну. До деревни с плохими дорогами достаточно долго ехать. Я, кстати, покажу, вот эта кнопка отвечает за открытие двери, вот это за ноль, вот это за второй, вот это за три. А это сразу все. Вот это задний ход, вот это сигнал, а вот это освещение. Это не наш поворот, нам прям. Хотя тут тоже есть светофоры. Эта трасса ведет до поезда своего конца. Это там очень далеко конец. Но там никаких регионов нет. Кстати, это Польша. Кто-то не хочет наш автобус разгонять. Ограничение 100. Но мой автобус в принципе едет. Поэтому мы ставимся в эту полосу. Направо написано. Едем прямо. Потом прямо и поворачиваем. Вот куда нам надо? Нам надо вон туда, для плохих дорог. Кто-то игла подтормаживает немного. Я всегда тут играю без звука, потому что в автобусе на пони дай бог звук. Вот с этой деревни начинают плохие дороги. Кочка, ямка, кочка, яма. Зачем тут вообще камеры ставят? Они думают, что кто-то, наверное, по такой дороге будет ударить 90. И на трассу, чтобы доехать обратно до города, нам надо будет свернуть на кольцо.
кольцом обязательно. Вот так. Что там случилось? За что-то зацепили. Проверю. Там опять какая-то деревня, какой-то закуток. Да, мы едем в центр. Закончилась одна деревня, началось что-то другое. Туда нужна табличка города. Нет, это еще даже... Так. Я даже не знаю, куда тут выезжать. Туда, по идее, надо вот туда опять. Так, вот эту кнопку нажимаем, задний вход включается. Не знаю, надо на какой регион. Ужали мы как-то. Опять выехали на трасс. Поверните направо. Так, туда надо. Регион один. Регион один, это очень большой регион. То, чтобы опять до него доехать. Нам надо пойти тенистый путь. Прямо, прямо. И направо. Что у нас пошло? И наш автобус застрял в мосту. Вот. 70 ограничений скорости. Да, нам надо ехать прямо на регион. Эта дорога идет на самый большой город. Который я опять же вам покажу. Так, все нормально. Мы чуть-чуть, наверное, поехали на край. Мы остановились. Сюда надо населенный пункт. Вот так вот, видите, с кабином водить. Ну да, 790. А что это 790? Нам надо 791 регион надо. Вот это надо самый большой регион. Я никогда туда не езжу, с вами поеду. А тут даже такого поворота нет. Направо. Надо где-то будет. А, это только скружной выезд. Надо, значит, ехать на круж. Пешеходный переход. А на кружу выезд тоже такое. Где? В таком месте. Надеюсь, меня хорошо слышно, потому что микрофон капельку далековато. Так, нам не прямо, нам же вот туда. Там уже выезд из города идет. Надо включить огни, предупреждающие, чтобы туда поворотники называли. Где там наш? О, уже разрешается. Нам ехали направо. И там нам надо повернуть в дугу. Кстати, там, где наш автобус. Нам ушло далеко. Тут для того,
У нас тут поворотная кружба. Извиняюсь, конечно, ты, но еще один поворот, чтобы выехать наконец-то на ту заветную дорогу. Остановка какая-то по полюсу написана. Если вы знаете, какая буква поиска, какой звук передает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы что-то мы договорились, мы уже под конец кружной поехали. Тут трамвай тоже ходит. Так. 22, куда он прям? Вот или сворачиваешь? Нет, он прям. А, сворачиваешь. Что-то у него не говорит. А сворачивает он мне. 22, сворачивает. Прямо едет. А прямо... сворачивает. Так. Вот сворачивает. Нет, он едет прямо. Как и я. Надо перестроиться, а погнать его. Хотя он уже меня погнал. А вот эта дорога ведет на дорогу самую такую, на которую я не ожидал. Нам надо съездить в большой регион всего. Вроде на большой регион. Дорога так такова. Еще не по правилам поехал. Ну да ладно. А эти кнопки тут стоят. Тут автобусное депо. Да. Я. Нам надо вообще поворачивать. Дальше. Хотя можно и через автобус на депо было поехать. Туда, так. Туда, так какая-то другая. Вообще, акция. По-моему, вот эта дорога ведет на ее. Я проверяла, где она ведет. Нам надо прям, потом уже на горы направо. Прям. Потом на горы. Это не этот или это какая. Так, внимание, деревня. Внимание. Пешеходный переход. Да, это дорога ведет на город. У меня еще один. Кстати, там красный цвет. Может, надо подъехать? Я еще ближе подъехать. Так. Желтый. Даже водитель вот. Именно это вижу. Что мне надо, я вижу. Этот съезд на регион на какой-то. Это, наверное, не тот. Большой город, какие там дороги. Не то, что в городке. Это дорога вот на гор. Там должно быть кольцо, если я не ошибаюсь. И поворот на гор. Нет.
Прям. Кстати, правильно ты же. Да, тут получится, что выдаем через раз. А это выстужим его. Но у меня будет там дорога. Опять же туда. Вот тут. Вот мы писал. И разгоняемся. Вон буду похоже, вон как. Надо ездить, как что. Я, конечно, чуть-чуть там писать. Мне кажется, что это город, это наш город. Только это от начала его и до конца. А тут по прямой хорошо едешь. Так, надо быстренько отъехать. Быстренько вдаем в чат и будем уже заканчивать. Сколько там ушло до того? Коротко, ну вообще капельку. Осталось по прямой, потом только куда свернуть надо будет. Это мне не подсказывает. Да, вот тут мост. Это уже тут, если высоко, то я буду где-то спалить. Дальше. Если на видео слышно какие-то посторонние шумы, не беспокойтесь, это все шум. Сегодня. Сейчас это сам. Едем. Так сколько там еще ехать? До нашего пункта. Не зачем. 90 дальше. Вот, до депо как раз доехал. Вот тут на эту полосу нам надо перестроить. Кто-то у меня подлакивает. У меня автобус без номерной, как вы можете видеть. Так. Ладно, тут же можно и без права. И без всего. Так, пешеходный переход. Вот тут самое большое количество народу. Так, нам надо. А как она все-таки выглядит пау, я покажу. Как целочный гудок. Вот так. Короче, всем удачи и всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Видео сегодня будет поздненько.